коридор выйди. Это нормально, выйди. Я не думаю, что еще. Коридор, раз. Говорю, выйди. Зачем? В Таганроге что-то взорвалось, что в воздух поднялся черный гриб дыма. Взрыв случился рядом с налоговой и военкоматом. Большинство людей уверены, что это была российская ракета, а точнее ПВО С-400, которая хотела сбить беспилотник, но не сработала и упала на город. На месте прилета, недалеко от аквапарка «Лазурный», повыбивало стекла. На месте также есть небольшая воронка. Ранее так называемый губернатор области заявлял, что ПВО у них работает отлично. Вот теперь ему точно можно верить. Просто вон вся инспекция повылетала, все. Вон все. Слышишь, давайте перезвоним. Самое любопытное. Ребята, это какое-то, что-то бахнуло на Радуге очень сильно. Это просто жесть. Что-то взорвалось там, но я думаю, что скорее всего это либо газовое оборудование, либо еще что-то. Люди орут, пойми, что тут происходит, стекла повылетали, ошмет. А что случилось? Ого, что-то взорвалось. Снаряд. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.